добро пожаловать на Рекласт, самое дрянное место на свете. Забудь о надежде и крепче сожми кулаки. Тебя спасут только они, да голова на плечах. Тебя есть камень добродетели. Он полезнее, чем кажется на первый взгляд. Вставь его в углубление на оружии или доспехах. Волшебство камня позволит тебе удивить врагов. Смертельно удивить. Ага, у тебя есть живительная влага. В этих краях без бутылки никуда. Набей флаконами пояс и чуть стало жарко, пей от пуза. Приди в себя после волн. Поброди по берегу, разомни ноги. Вспомни, как двигаться и бить. Ставлю меч против дратвы, скоро это тебе понадобится. Осмотрись вокруг и подбери все, что может сгодиться. Без оружия и помощи ты не жилец. Не пытайся собрать все вещи, но хорошие высматривай в оба. На Рекласте мало спокойных мест, но они есть. В лагере можно менять вещи, а самое нужное складывать в личный сундук. Не бойся, никто его не вскроет. У местных на уме свои заботы. Когда можешь, протягивай им руку помощи. В проклятой земле ценно не золото. Здешние торговцы примут все, от палки с берега до короны. Платой за это станут истинно ценные вещи, которые могут улучшить твое снаряжение. Торговец остается торговцем. Даром ты не получишь ничего. Заглядывай к ним почаще, чтобы не пропустить хороший предмет. В каждом лагере есть каменный круг с хитрыми письменами. Это портал. Ступив на него, ты сразу переместишься в другое место. Но сперва это место надо найти. Вижу, ты входишь во вкус. Отлично. Что за бой без веселья и груды трупов за спиной? Но хотеть и уметь драться – разные вещи. Если не хочешь стать добычей трупоедов, хорошенько подумай над своим развитием. Реши, кем хочешь стать и каким путем пойдешь. Помнишь найденный камень? Он тоже набирается опыта. Не спрашивай как, все это волшебные штучки. Главное, вставь камень в гнездо снаряжения и начни убивать тварей. Увидишь, скоро камни станут сильнее. Пользуйся их силой. Здешние камни с норовом и служат только достойным. Если камень добродетели развился быстрее тебя, придется попотеть и вырасти над собой, стать сильнее, проворнее или умнее. Если камень не лезет в гнездо, не пробуй забить его молотком. Вставить камень можно только в углубление такого же цвета. Но если гнездо белое, смело вставляй в него любой самоцвет. Мой тебе совет – пей. Если в глазах меркнет свет или не хватает сил на чары, хватайся за флакон. Красные бутылочки помогут тебе восполнить здоровье, синие – ману. Есть и флаконы других цветов. Они восполняют все сразу, могут тебя ускорить или защитить. Читай надписи на боках флаконов. Что они делают и какой особой силой обладают. Со временем у тебя будет свой любимый набор. Не спеши выбрасывать флакон, когда выпьешь его до дна. Он волшебный и заполняется сам по мере убийства чудовищ. Этот материк – свалка с миллионом вещей. Ты будешь находить грузы разбившихся кораблей, пожитки изгнанников, вещи дикарей и реликвии былых цивилизаций. Хлам даже не подбирай, с таким только ноги сотрешь и торговца посмешишь. Годные вещи неси на обмен, нужные – в личный сундук. Как узнать хорошую вещь? Первым делом по цвету названия. Обычные вещи белые, волшебные – синие, редкие – желтые, а уникальные – оранжевые. Но помни, что даже простая с виду вещь может подойти тебе больше, чем дорогая. Смотри, что тебе подойдет, и обращай внимание на гнезда под камни. Добыть редкие вещи сложнее. Здешние монстры не дураки, они тоже подбирают красивые цацки. И чем сильнее чудовище, тем лучшую вещь оно себе приберет. Все как у людей. Если победишь тварь, вещь будет твоя. Иногда вещи можно получить за услуги. Не бойся прослыть барахольщиком. Да, на Рекласте есть люди, которые отказались от оружия и лишних вещей. Они все там. Завывают и бродят по берегу в поисках плоти. Как ты думаешь, почему я с тобой вожусь? Потому что в суровом краю без друзей никуда. Я помогаю тебе, а выдастся случай, ты поможешь мне. Гордые одиночки гниют на полях, а в лучшем случае просят милостыню. Ищи друзей и цени их. Группа изгнанников может оттаскать за бороду самого владыку. Присмотрись к гильдиям или создай свою. С тех пор, как человек вылез из пещеры, он знает,
Сила в единстве.